Мой народ устал, а я только встал. И как мне теперь с этим жить? Андропов бы меня быстро достал, а Путину на меня положить. Снова старый добрый дискурс, поэт и власть, как приятно щекотать пером ноздрю. Было в веке 19-м, а сейчас покласть Путину на то, что я тут с ним говорю. Противопоставив себя толпе, что хочу тем самым я ей сказать, что поэт он создан не на потребу дней, а для того, чтобы Путин их обличать. Но народ мой, он и так весь в доску свой, не стяжает славы, а хочет есть. И когда голодный, такой же злой, как и я, на Путина чуть выше здесь. Это стихотворение меж тем в неположные поэзии задачи ставит. Непонятно только уже зачем. Ведь Путин, он ведь не какой-нибудь там Сталин. Ночь цветной революции в клубе «Да-да», 21 сентября. Проект «Технопоэзия». Все welcome!